Слуцке снова ярмарка на площадке у торгового центра «Маяк». С 19 по 30 марта для вас восточные сладости, мед, ароматные чаи и целебные алтайские бальзамы. Вкуснейшая рыба, в том числе рыбные консервы, специи, сухофрукты. Изделия из натурального меха и кожи для модниц, куртки, пальто, женская одежда, головные уборы, обувь и разные мелочи. А еще на ярмарке огромный выбор готовых очков для зрения. Как всегда, большой ассортимент специй для вкусной домашней кухни, а также любимое восточное лакомство для сладкоежек. И польза, и наслаждение на любой вкус – это, конечно, мед. Его здесь много, на разных травах, с разными вкусами. Мед и сладости никак без чая. Невозможно пройти мимо самой ароматной торговой точки. Все для здоровья в палатке у Сергея. Привезли то же самое, алтайскую всю продукцию, бальзамы, травяные сборы, витамины всевозможные, магний, цинк, артромаг для суставов, самый сильный комплекс. Ну и для мужского здоровья это Пантомакс, это хит продаж. Ну а здесь уже все для красоты, парфюм. Приходите, посмотрите. Ну и тмина привезли, еще черного тмина всевозможного. Жир барсука, медвежий жир. То есть то, что вот сейчас нужно, то, что в Беларуси, ну, практически тяжело достать. Хотите вкусной рыбы? Поспешите, у этого павильона всегда очередь. Мы приехали к вам из Рязани. Привезли огромный ассортимент рыбы, как всегда вкусной, которую, как всегда, можно попробовать. Такие рыбные изыски, как чавыча, масляная, белорыбица, клыкач, омуль, терпук. В общем, огромный ассортимент, надо приходить и смотреть. Также замороженной рыбы мы тоже очень много привезли. Как всегда, котлеты вкусные привезли. Окунь, треска в кляре, щука, судак. Все мы привезли, все можно приходить, смотреть и пробовать. Впервые на ярмарке представители фермерской витебщины. На ярмарку мы привезли для вас продукцию из Витебской области, фермерское хозяйство. Прежде всего это сало, обычное соленое. Сало идет копченое, рулет из мяса копченое и рулет из мяса соленый. А также грудинка черного кабана. Это новая продукция. Она очень вкусная, она копчено-вареная. Подходит как для маленьких деток, так и для пожилых людей. Ну и для молодежи тем более. Также мы привезли продукцию еще колбасы. Колбасы у нас все из натурального мяса балыкового идут. Есть сыровяленая, есть копченая, есть полукопченая. Также у нас кровянка собственного производства, которая идет без всяких добавочек. Есть также продукция из субпродуктов. Это будет зель с язычком и с мясом свиных голов, а также наш фирменный салтисон с языком тоже и мясом свиных голов. Так мы привезли еще сыры. Сыр сулугуни, который идет в рулетике из сыра сулугуни, внутри добавлен творожный сыр. Нежных расцветок шали и платки, домашняя одежда, брюки, фуфайки, платья, блузы, костюмы от фабрики ПСЖ из Солигорска. Верхняя одежда от 46 до 72 размера, ценой от 60 рублей, также представлена на ярмарке. Постельное белье, покрывало, пледы и не только для вашего уюта и комфорта. Пожалуйста, приходите, дорогие покупатели, на выставку. Мы привезли для вас индийские товары, крема, мази, масла, зубные пасты, чаи, Цейлон, Индия, Непал, фасовка чая, арабские духи, широкий ассортимент аюрведической продукции, есть индийские специи и также группа текстиля у нас представлена. Покрывало, одеяло, подушечки, очень хороший трикотаж и постельное белье. Приглашаем за покупками.
Для любителей меха специальный шоу-рум. Женские шапки и кепки, коврики, домашняя обувь – все из натурального меха. Шубы и полушубки из овчины, выделки астракан, кёрли, мутон, а также из меха норки и стриженной нутрии – производство фабрики Пятигорска. Широкий размерный ряд от 38 до 62, цены начиная от 800 рублей. Можно сделать покупку в рассрочку на 4 месяца. Нужен только паспорт. Вносите сразу 25% стоимости и забирайте свою шубку. Приходите на ярмарку и порадуйте себя. Торговые ряды расположились на улице Парижской коммуны 2 у Маяка. Ярмарка работает до 30 марта. Приходите, выбирайте, примеряйте, пробуйте.